Поехали. Готово. Поехали. Готовы? Огонь, огонь, огонь! Принято. Боевая готовность. Открыть огонь! Осторожно, тут боевик с ПП. Рядом с футбольным полем. Запускаю дрона. Есть еще одна цель. Вижу третьего. Ясно. Сейчас выйду на позицию. Жду распоряжения, босс. Замечен капитан. Это мой шанс. Атакую. Граната, береги! Чисто. Никого не бесит болтовня этих придурков в эфире. Можно это прекратить. Вот координаты их сетевой станции. Паку Катари наглости не занимать. У него этого не отнимешь. Дай руку, по локоть откусит. Если он выведет нас на Юри и Полита, дело того стоит. Вперед.
Установите код доступа на фабрике Вакора. Как только получите, ломитесь внутрь и разносите там все. Готовы? Открыть огонь! Вас понял. Вижу оружейную установку. Приближается враг. Открыть огонь! Лейтенант убегает. Вас понял. Веду огонь по мудакам. Огонь! Ясно. Погоди. Я поведу. За легализацию и признание нашего... Я тут, погодили. ООН ее запрещала. Американцы выжигали ее десятилетиями, а наши собственные
полагалось нам указывать, сколько коки мы можем хранить. Наш союзник в деле борьбы за древние традиции нашего народа — картель Санта-Бланки. Многие из вас уже на него трудятся. А надежда Санта-Бланки помогла многим нашим соседям. Благо, которое принес картель нашей стране, неоценимы. Поддержите ваш филиал Санта-Бланки. Санта-Бланка помогает Боливии возродить наши древние традиции. Атакую врага. Ваше милости. Твою мать! Спокойно, идем. А, блядь! А, сука! А, блядь! Пожалуйста, ради бога, только не убивайте! У меня семья! Код доступа на фабрику кокаина. Говори. У меня два мальчика, два малыша. Зовут их Густаво и Филиппе. У меня есть фото. Показать? Никакие фоточки мне не нужны. Давай код доступа, и мы разошлись. Перкей, Сесо, как же так? Вы что, детей не любите? Господи, ты хочешь снова увидеть Густаво и Филиппе? Тогда назови код! Ладно, вот, 654-375. Именно этот, богом клянусь. Боумен, код у нас. Я отправляю вам вирус. Заразите им компьютеры фабрики. Он проникнет в программу химпереработки фотки и испортит. А если его попытаются удалить, он заблокирует оборудование. Санта-Бланка потеряет большой объем продукции, а фабрика надолго выйдет из строя. Извини, браток, но мне нужна эта машина. Вали. И вы уже в наркобизнесе. А теперь скажи своей мамочке, что школа тебе не нужна. У тебя есть шей попугай. Что такое? Готовы? Открыть огонь. Принято. Огневой контакт. Кету. Здесь все чисто. Ты уйдешь отсюда живым только в одном случае.
Я не стукач, но про это я тебе расскажу. Езжайте без меня. Давай из машины, живо, не усложняй ситуацию. На самом деле, да. Я поступила в Оксфорд. За рынок, Джейвс. Я до того оттягивался с Гринкой, и продукт у них был реально хороший. Ваша работа. Ваш порошок. Это, я бы сказал, просто космос. Спасибо, попугай. Количество важно, но я правда стараюсь выдавать продукт высочайшего качества. Значит так, как только попадаем на фабрику, взрываем систему управления и запасы сырья, а после пули наружу. Забраться внутрь и оторваться по полной. Принято. Трон в воздухе. Заметила еще одну цель. Занимаю позицию. Это система ПВО. Есть третья цель. Все готово. Готов. Твою ж мать, она огромная. Источник утверждает, переделана из бывшей скотобойни. Да, но посмотри, это куда круче, чем сраный хибар. Стоп! Все готовы? Огонь! Ясно. Круто. Это мне пригодится. Мы на прицеле у снайпера. Осколочная.
Окей, мы на месте. Сначала гробим пультовую. Есть. Управление накрылось. На восстановление уйдут месяц. Куда теперь? На склад. Взрываем весь запас кокаина, а затем испаряемся. Есть. Должно быть, подрыв пультовой повредил замки. Обшарьте здание. Взорвите все запасы кокаина, какие найдете. Есть. А вот и склад. Взрываем. Осколочная. Осколочная. Получайте, пидоры. Осколочная. Получай. Склад уничтожен. Погнали. Держитесь, я поведу. Блокировка картеля – это неоспоримое доказательство. Ясно. Закосить только студента, если у вас на месте пролет, такого бы отнесенная смерть. Не переключайтесь. Дальше будет только. Дверь открыта. Вперед. Вижу кокаиновый склад. Осколочная. Осколочная, получай. Склад уничтожен. Идем дальше.